Так, давайте мы посмотрим, что будет, если и Гуля, и Рубик, укравший ульту Гули, залезут в одного крипа. Кто по итогу будет управлять этим крипом? Это вечный вопрос уже на протяжении 800 лет. Сейчас мы это с вами посмотрим, протестируем все, что нужно. Так, для начала давайте я покажу. После последнего обновления крупного, теперь у Гули по-другому работает ульта. То есть, когда мы залазим в крипа, мы можем включить управление крипом. То есть, изначально мы не можем управлять крипом, мы должны это сделать, включить. Давайте сейчас я все покажу, дождемся еще, когда появятся крипы. Ну, пока давайте сделаем Рубика. Так, Рубик. Все, создаем Рубика. Так, там лайфстиллер у нас ругается, что-то недовольный он ничем. Все, качаем. Ультимейшн. На 30 секунде у нас появятся крипули. И сначала просто глянем, как работает наша ульта по-новому. Так, давайте, пойдемте. Можно, кстати, еще в белку залезть, смотрите. А, нет, это пофиксили. Раньше можно было в нее залезть, короче. Ладно, я сам придумал это. Так, ну вот, птичка. Мы оставим ее напоследок. Вот, волк, залазим волчонка. Опа, видите, да, появляется вот такой скилл. Ну, такие скиллы появляются, но раньше был только вот ульта была раньше, чтобы мы могли вылезти из крипа. Но теперь мы можем управлять мозгом, контролировать. То есть, когда мы залезли, мы не можем ничего делать, правильно? Мы просто сидим в крипе. Нажимаем Control, мы можем управлять крипом. При этом крип получает скорость от нашего героя. Мы собрали тру-ля-ля, тревела. Поэтому дали какая скорость у крипа? Скорость у нашего лайфстиллера 415. У волка 415, как ни странно. Теперь можем играть волком. Волком, волком, волком. Так, давайте сейчас быстренько снесем базу, пропушим онлайн. Ладно, я пошутил. Убили Рубика случайно. Ну ладно, ничего страшного. Ну все, вот суть вы поняли. Залазим, врубаем контроль, вылазим. Теперь давайте... Так. Делаем еще одного Рубика. Давай, Рубик. Теперь смотрим. Вот видите, в чем проблема? В том, что наш герой, он использует не один скилл ульту, да, Гуля, а два скилла. Это ульта и управление. Ну ладно. Вылазим. Допустим, Рубик украл у нас ульту. Вы видите, да? Он получил управление крипом. Но при этом ему нечем управлять. В этом его проблема. Ну-ка, подождите, а как? Ну-ка. Так, он не может управлять. Сейчас я кое-что посмотрю. Хорошо, я посмотрел, как работает у него Аганим, чтобы не ошибиться. К сожалению, Аганим не может позволять нам красть две способности. Вот если бы мы могли с Аганимом красть две способности, мы смогли бы сделать то же самое, что и Гуля. Ну, смотрите, мы украли Control, да, управление. Но мы не можем управлять, потому что у нас нету крипа. То есть уже смысл потерян. Теперь пробуем по-другому. Так, иди сюда, дорогой. Иди сюда, дорогой. Теперь Гуля залазит в крипа. Так, Гуля залазит в крипа и сразу вылазит без управления. Смотрите. А мы крадем у него способность. Все, теперь мы можем тоже залазить в крипа, но мы не сможем управлять крипом. В этом весь прикол. Пойдемте найдем крипа. Сначала залезет в него Гуля, потом залезет в него Рубик. Так, давай, Гуля, давай, гуляш. Так, Гуля. Хотя без разницы. Смотрите. Ну, давай сначала тогда залезет Рубик в крипа. Опа. И в него же залазит Гуля. Так, смотрите, да? Мы сейчас сидим вдвоем в одном крипе. Все, видите, он вылез. Кстати, смотрите, получается... интересно.
Получается, что вылазит только тот, кто залез первым. Смотрите, я залез в него первым, и Рубик залазит. А нет, то есть получается, что вылазит любой. Ну ладно, допустим, ладно. Получается, что любой из них может вылезти. Интересно. Сейчас попробуем еще один вариант. Так, давай, рубаш, давай. Теперь сделаем так. Залазит Гуля. Потом залазит Рубик. А, смотрите, Гуля врубает управление, да, видите, он может управлять. То есть в этом крепе сидят двое, и Гуля, и Рубик. Теперь смотрите, по идее, скорее всего, Рубик теперь не сможет вылезти. Ну-ка. А нет, смог, смотрите, засранцы, а. Ха-ха-ха. Так, подождите. Как бы нам еще попробовать? Ну все, вот мы что видим, да, что не смогут они обои управлять крипом по одной причине. Потому что для этого нужно иметь два скилла. Да отвалите же вы от нас, дауны. Для этого нужно иметь два скилла. Это залезть в крипа и это управление крипом. Но можно попробовать кое-что еще. Еще один вариант. Чтобы наш Рубик украл у вражеского лайфстиллера. Ну это бред, короче. Это получается будет два лайфстиллера. Ну посмотрим. Так, и чтобы он залез в союзного героя. Смотрите. Например, лайфстиллеру нужно использовать ульту. Использовал ульту. Опа, опа, все. Рубик крадет у него ульту. Потом он залазит лайфстиллера. Лайфстиллер залазит другого крипа. Ну это какой-то бред, реально. Все, лайфстиллер тоже залез, врубил управление. В чем прикол, не знаю я. Ну-ка, Рубик может вылезти теперь? А, смотрите, Рубик, да, вылазит. Вот, я вам показал, как засейвить волка. То есть теперь мы можем вылазить, при этом не убивать волчонка. Ну все, давайте подведем итог. Не смогут и Рубик, и Лайфстиллер, да, управлять одним крипом. Не смогут. Просто Рубик сможет залезть в крипа, но управления у него не будет, потому что нужны два скилла. А я пошел играть волчонком и проносить вражескую базу. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.